Привет, народ. Не обращайте на меня взъерошенного. Примчался только из разрешительной системы, и я вам принес немножко зрады. Собственно, поговорить хочется о буквально одной новости, и потом расскажу свою новость, которую узнал, по сути дела, сегодня. Начнем, пожалуй, с такой интересной штуки. Если видите, я пока без звука показываю, да, это последние несколько дней разрывает буквально вот оружейную тусовку у нас в Украине. Известие о том, что некая фирма СОБР или производственное объединение СОБР, вроде как в Харькове находится, начала выпускать вот такую вот штуку. То есть а-ля Glock 17, ну, видим, что первых модификаций еще без планки Picatinny снизу, но тем не менее. И в варианте травматическом, вот так он выглядит. Вот если присмотреться, здесь написано Ukraine, что у нас здесь, ля-ля-ля, чего-то СОБР. 9 мм ПА и такая как бы стилизация под глоковский логотип есть, да? Собственно, не знаю, откуда фотографии. Кстати, я заранее сразу извиняюсь у владельца сайта Traumatic.com, что я как бы его такую немножко юзаю тему по этому пистолету. Ну, собственно, смотрим по самому пистолету. Вот правая сторона его, да? И, в общем, немножко порвало, как я сказал, нашу тусовку такую оружейную по Украине. Известие о том, что вот появился такой пистолет, который, ну, точно как Glock 17, да? Ну, собственно, в руках его, наверное, еще никто не держал. Я скажу так, что вот когда у меня вышло видео, где я показывал DB15 от Diamondback, да, перед тем я заезжал, мы с Вячеславом заезжали, который помогал мне снимать, собственно, заезжали в один из магазинов, который, собственно, является фирменным магазином производственного объединения СОБР в Киеве. Вот. И хотел я пощупать вот этот вот пистолет, но так случилось, что не получилось у меня пощупать его. Вот. Почему? Потому что, ну, не буду сдавать полностью людей. В общем, грубо говоря, мне сказали, что да, был, но пистолет забрали и отвезли на доработку в Харьков. Вот. Собственно, непонятно, он был один или были еще по магазинам где-то эти пистолеты, но получается так, что пощупать его не удалось. Это вот ребята уже раздобыли где-то фотографии, как он разбирается. Собственно, хотелось убедиться, в чем. Заявляет производитель, что полностью стальная, по сути дела, конструкция. Ну, кроме шкурки пластиковой рамки, конечно. Вот видим, это как бы затвор. Видим, что он из двух половинок. Вот так выглядит ствол. Грубо говоря, серьга. Куда ствол вставлен, наверное, вообще как-то там до половины интегрирован. Непонятно, что это за выпил сбоку такой. Я говорил, выпил-пропил, да. Ну, собственно, форум Traumatic.com. Кому надо, заходите, почитайте. Вот, я думаю, там на первой странице будет патронник, горка. В общем, информации пока мало. Страсти бурлят. Все хотят узнать, что почем, из чего сделано. Но немножко люди уже информацию как бы нашли. И по некоторым данным, этот так называемый GTR-17, устройство GTR-17, то есть травматический Glock 17 по 9-миллиметровый патрон, собственно, является ничем иным, как пистолет Bruni GAP Type Glock 17. То есть итальянский пистолет, и цена его в Европе, внимание, около 75 евро. То есть это обычный стартовик, так называемый бланк-пистол, который стреляет холостыми патронами, и в некоторых модификациях есть у него насадка для отстрела вот там пиротехнических ракет осветительных там или каких-то сигнальных. Вот. И, собственно, я порылся немножко в интернете. Давайте посмотрим вот такую штуку. То есть, что предлагается у нас в Европе. Вот французский сайт. 89 евро. Далее смотрим. Это тоже французский. Здесь он 95 почти евро. Собственно, так. Далее смотрим. Это непонятно. Возможно, да, скорее всего, тоже французский сайт. Здесь он стоит 109 евро, но, как видим, здесь он в комплектации. Вот ракетница, насадка, шомпол, есть ключик. Кстати, ключик, шестигранник для того, чтобы разбирать пистолет. Он не так, как Glock разбирается на самом деле. Ну, давайте пока полистаем. Вот пошли более такие божеские цены. 78 евро, 93 евро. Здесь, конечно, фотки покрасивше. Вот если посмотреть, то мы видим маркировку GAP и так далее. То есть итальянский пистолетик, собственно. Смотрим дальше. Вот он. И есть цена 75 евро его. Это сайт. Ну, неважно, какой сайт, собственно. Можно тут его покрутить даже немножко. Ну, жаль, что маленькая картинка. Надо было вывести, наверное, побольше. Вот. И вот так он выглядит.
фотках чуть побольше, да. Что у нас здесь на патронике что-то написано. Ну, собственно, разбирается, как вы увидели. Так, это не будет двигаться. Дополнительная фотография. Вот, вид сзади, то есть видим, что сзади есть такая имитация, как бы, как у настоящего Глока. Сзади заслоночка, пластиковая на самом деле, но здесь эта задняя часть, это, по сути дела, тело самого затвора. Как мы вот видели на фотографиях здесь, вот он снят, вот задняя часть. Видим, да? Подаватель патронов, собственно, зеркало затвора, подаватель, и вот задняя часть, где находится, собственно, сам ударник или боек. Потому что здесь не так, как у некоторых турков, курковая система, а где-то напоминает немножко оригинальный Глок все-таки. То есть, по сути дела, это стартовый страйкер такой. Собственно, направляющая с пружины. Мощная направляющая. У меня кошка таскает провода внизу. Не таскай провода. Вот. Ну и давайте немножко посмотрим дальше видео. Собственно, это видео... от наших болгарских коллег. Магазин на самом деле это торгует. Как-то прибой нет. И пневматикой, и скейтбольным оружием. Сейчас я секунду остановлю. Вот, собственно, вот по ссылочке мы переходим, которая под видео, переходим вот на этот сайт, попадаем, и чтобы попасть на сайт самого магазина, вот сюда. То есть Болгария не так от нас далеко, но тем не менее к нам почему-то такое не завозят. И вот тут вступает в силу, так сказать, мое слово блудило в плане, почему я назвал зрада. В общем, все вот это вот дело, которое мы видим на картинке, да, вроде все красиво, вроде все классно. Кстати, сзади непонятно, как это, то ли какой-то рычажок есть, который показывает наличие патронов в патроннике, возможно, переделка такая есть, или это просто ракурс такой. Собственно, почему я называю такие новости зрадой? Вот, это утро мне еще сегодня в голову пришло, пришла эта мысль сделать такую новость. Потому что, как я сказал, страсти кипят. И зрада заключается в том, что цену мы видели, да, 78 евро и так далее и тому подобное. И, внимание, сейчас озвучиваю цену, хотя предполагаемую, то есть в магазинах еще этого пистолета нет на самом деле. И цену озвучили по инсайдерской информации 18 тысяч гривен, ребята. За итальянский пистолет, переделанный нашими народными умельцами в Украине. Поэтому я называю это зрада. Вот, собственно, сайт у нас Собр Сброя и так далее. Смотрим на это устройство. Вот описание. Ценника, естественно, нигде нет. Здесь ни на какую продукцию нет. Вообще непонятный, честно говоря, сайт. Нигде цен нет. Как узнать? Непонятно. В общем, надо бы задуматься ребятам о оформлении своего сайта, поддержке его. Собственно, давайте я немного почитаю. Да? Цену я назвал. Вы пока как бы... немножко остывайте, я сейчас считаю, что у нас здесь есть. Конструктивно пистолет состоит из рамки с жестко закрепленным стволом, подпружиненной затворной задержкой, затвора, ударно-спускного механизма, пластиковой рукояткой с защелкой магазина и двумя предохранителями. Интересно, какой там... А, все, я понял, какой предохранитель. И магазина. Все детали и узлы, внимание, выполнены из высокопрочной оружейной стали. Вот, в общем, знающие люди, которые, возможно, видели этот Бруни, где-то его щупали, говорят, что стали здесь никакой нет. То есть никакой стартовый пистолет не делают из стали. Ну, за исключением некоторых сталкеров, которые были в свое время, да, там затворы были вроде у них там стальные или хотя бы из чего-то похожего на железо, а не какой-то металл сплавной. И, собственно, говорят, что этот Бруни недалеко ушел от турков, то есть турки у нас из силумина делаются, или сама, собственно, откуда сталь взялась, непонятно. И по фотографиям из самого же магазинчика СОБР мы видим, что, ну, во всяком, во-первых, фотки так себе, да, сделаны. Если вы представляете новую продукцию, можно было и получше сделать, если честно. И вот, собственно, узел, сама рамка, по которой бегает направляющая, по которой бегает затвор, ствол и патронник вот с такой большущей, но это серьгой даже тяжело назвать. Собственно, вот такая вот интересная конструкция. Интересная в кавычках, естественно. Потому что, если посмотреть внимательно на вот эту вот вещь, собственно, видите, что я показываю. Случайно, но... здесь, я звук все-таки выключу. Здесь видно, что особо никаких изменений наши умельцы не сделали. Вот.
Кстати, что я говорил про предохранитель. Вот эта вот защелка, это не для того, чтобы снимать затвор на самом деле. Ну, может, частично, конечно. На самом деле это предохранитель. Вот если посмотреть сюда на фотку, да, мы видим, что белый и красный кружок. То есть нужен вот этот переключатель включить, и потом, собственно, автоматический предохранитель, как у настоящего блока. Но это я отвлекся. Собственно, наши, с позволения сказать, хорошие люди решили заработать на нас, обычных стрелках, которые как бы любят оружие, да, хотят что-то очень близко хотя бы похожее на настоящее оружие иметь, на тот же легендарный, ну, можно сказать, уже легендарный Glock 17, да, и решили на этом просто подзаработать. Если вы помните, мое видео предыдущее с Радой новости были осенью или когда там, и у меня немножко подгорело по поводу того, что довольно уважающая себя фирма, не буду сейчас называть, кому интересно, посмотрите, ссылочку я в конце видео оставлю, это видео. В общем, брали просто турецкий пистолет, то ли перестволяли, то ли рассверливали его под 9 ПА травмат и, собственно, продавали у нас на рынке почти за 9000 гривен как травматический пистолет. Собственно, я говорю о как он называется, GT50 и GT60. Это турецкие пистолеты Carrera, фирма-производитель. И, собственно, один похож такой с затвором, похожим на Glock, а второй был курковый. Вот. Ну, как бы оставили. Я надеюсь, что никто из людей все-таки, ну, здравомыслящих, не купил себе такой травмат. Вот, потому что, по сути дела, помимо этого травмата, есть стартовые пистолеты, которые стоят там до 2000 гривен. То есть 6000 сверху переплачивать, еще и за разрешение нужно заплатить. Вот, наверное, никому не интересно. Вот, собственно, наши болгарские ребята показывают, ребята, не наши ребята, а наши коллеги из Болгарии показывают, что они себя представляют, так в общих чертах. Сейчас он немножко постреляет. Ну и такой тактикульный пацанчик. О, что-то не сработало. Да, в Болгарии, видите, он продается, то есть дросселя нет за патронником, сразу выведено все через ствол. То есть вполне нормально стреляет. В общем, для холощения, там каких-то холостых тренировок со стрельбой, очень даже must have, да? Ну или какие-нибудь там фильмы забавные снимать, короткометражки. Вот. Короче, кому будет интересно, смотрите информацию, я все оставлять не буду. Вот. Есть на Фейсбуке группа Guns.ua, вот. Люди из Броя, по-моему, называется. Да. Там вопрос этот обсуждались, опять же, заходите на Травматик, на форум traumatic.com, да, forum.traumatic.com, и там вы сможете почерпнуть какую-то информацию себе по этому пистолету. Надеюсь, будет она пополняться. Вот, с первого раза не получилось у него перезарядиться. Ну и давайте посмотрим. Вот, оказывается, есть вот такой даже вариант. Смотрите, какой длинный магазин, но обычный, по сути дела, турецкий магазин. Вот, довольно красивенький пистолет в цвете там. Очень неплохо выглядит. Я надеюсь, YouTube меня не забанит за то, что я чужие видео вот так показываю, но я в контексте своем просто пролистаю по-быстрому, да. Вот такой, собственно, пистолет. Ну и немного покажу вам еще фокусы, которые я нашел. Фокуса, не фокуса, а разборку этого пистолета. Вот здесь товарищ какой-то показывает, как он разбирается. Он, наверное, такой любитель, как я, хотя видео не такое длинное, как у меня. Вот, наверное, надо было с этого начинать. Вот, собственно, смотрите, как разбирается пистолет. Не все так просто. То есть просто снять затвор не получится, как обычно там у турков, да, то есть ползунок, снимаем затвор, то есть откручивается задняя часть, снимается, скорее всего, вот это вот, как называется, бабышка, вот он вытягивает ее. Так, а теперь вот снимается, собственно, затвор. То есть, понимаете, в чем прикол? Сейчас, секунду, выскочил. В чем прикол? То есть, если у вас какая-то задержка, вы даже не сможете быстро пистолет разобрать. Вам обязательно нужен ключик. Вот в чем прикол такого пистолета. Так, верни, пожалуйста, видео вниз. Мы не видим, что ты там в рамке показываешь, чувак. Он, собственно, наверное, снимается то ли шкурка сама, то есть сейчас он будет вытягивать, наверное, рамку. Я, кстати, видео это еще не смотрел. Я его нашел и поехал по делам, ездил в разрешительный. Это я сейчас остановлюсь на этом немножко отдельно. Давайте досмотрим. Ну, собственно, ладно, не буду. Давайте мы смотрим видео, я параллельно рассказываю вам еще про одну зраду. А почему я зраду эту ставлю в кавычках? Потому что для людей, которые хотят себе оформить оружие, ну, кто недавно оформлял, возможно, они это уже знают, поэтому как бы, вот, или, возможно, у вас этого не было.
Но я сегодня был, ребята, очень поражен. Собственно, я для покупки своей первой R15 винтовки, да, поехал в нашу местную разрешительную, чтобы взять часть документов, которые нужно отвезти в областную, для того, чтобы нарезной ствол. Ой, как оно открывается плохо. Там, кстати, такие щели ужасные. Вот. Ну да бог с ним. Вот. И, собственно, я к нам, в нашу разрешительную пришел, говорю, так и так, вот мне надо... Хочу оформить нарезной. Они говорят, поедете. Я говорю, да, как бы справочка была год назад. То есть я делал продление на свой калаш, поэтому у меня, собственно, была и справка, то есть медсправка, которая действует 3 года. Буквально еще года не прошло, 10 месяцев всего, как я ее сделал. Опять же, страховка, которая страховка вот за 50 гривен, которая гражданская ответственность, 51 гривну. Тоже не надо, оказывается, на то ли 2, то ли 3 года действует, если вы оружие оформляете. Собственно, наперед забегу, я заплатил 220 гривен с комиссиями. Туда входит корочка, сама зеленая бумажка и услуги разрешительной системы. 220 гривен, ребята. Больше не платил ничего. Кстати, пишут в интернетах, что минимальная стоимость 150 гривен за справку о несудимости – брехня. Здесь еще одна зрада. Смотрите, я в пятницу ночью в электронном виде, даже не электронная очередь, я зарегистрировался на сайте, вот эти, как они называются, центры, сервисные центры МВД, и заказал себе справку о несудимости в пятницу ночью. В понедельник я не проверял, и, по-моему, во вторник утром я смотрю, написано уже статус готово. То есть, смотрите, 3 дня с учетом выходных. 3 дня делается справка. Раньше надо было ждать 2 недели. Сейчас за 3 дня сделали справку, но единственное, что я в прошлый раз, когда эту справочку брал на продление себе нарезного и на оформление, собственно, гладкого и травмата, по-моему. Нет, травмата все-таки, гладкий там чуть было по-другому. Она раньше, она действует только 2 недели. Собственно, справка была готова во вторник, и тогда это вот сейчас новое. Я уже запутался. В общем, в прошлый раз я пришел, говорю, мне надо справку забрать. Сказали, готово. Ее достали из папочки. Просто сбегал сотрудник наверх, где-то поставил подпись, принес, мне отдал. В этот раз немножко изменились правила. Вот сейчас, внимание, ребята. Кто будет в электронном виде заказывать себе эту справку, имейте в виду, что когда вы идете забирать эту справочку, нужно с собой приносить копию паспорта своего. Вот, потому что, ну, я пришел, я как бы не знал. Мне сотрудница говорит, там маленькими буквами внизу написано, когда вы заказываете справку, что нужна копия паспорта. Я говорю, ну, извините, я не знал уже или не досмотрел. Говорю, в прошлый раз как бы не приносил. Сделайте, пожалуйста, уже сами. Ну, тем более у них МФУ стоят, как бы, да. Она копию себе сразу сняла. Я там расписался, сегодняшнее число, подпись поставил. Все отдали. Единственное, что я пришел, как бы отправили в другой кабинет. Пришлось там минуток 4-5 подождать, пока, ну, отпустили предыдущего посетителя, который оформлялся. Я зашел, мне сказали, да, как бы вот ваш заказ есть. То есть получается, что было написано, что справка готова. То есть получается, они пробили меня по базе, что у меня не было никаких приводов там и так далее. То есть не привлекался, ничего такого подобного. Собственно, они берут голые бланки, сразу как бы при мне печатают все это, эту доведку. Так, закончилось. Эту доведку печатают и... Нужно подождать еще какое-то время. Сотрудница мне говорит, подождите 10-15 минут, собственно, и потом я вас позову. Ну, она вышла буквально с бумажками, копию паспорта моего сняла до этого, взяла эту справочку тоже, на одной копии все как бы сделала. Я расписался, мне отдали все. Заняло это не 15 минут, как сказали, наверное, меньше 10 минут на это дело ушло. Я еще припарковался, там было так по-наглому, по сути дела, перед самым входом, чуть ли не посреди дороги, думал, что быстро заберу, но получилось, ну, так в пределах 10 минут. В общем, все это дело мне стало. Забрал справку, сразу поехал в разрешительную. Вот. Вот здесь очередная зрада. То есть, как я сказал, первая зрада в плане оформления оружия, это то, что справка очень быстро получается, за 3 дня вместо 2 недель. Получается абсолютно бесплатно, ребята. И когда я был в нашей еще разрешительной, зашел я к участковому нашему, но все равно нужен рапорт для получения, что как бы сейф есть, есть где хранить. И вот тут, ребята, очередная очень большущая зрада. Я недавно уже начал подумывать себе, то есть у меня уже 4 единицы оружия, да, то есть нужно расширяться и ставить сейф на сигнализацию по правилам ранее, как были вот в предыдущем там незаконе, а вот этот постанова была, да, наш уже не помню номер, по которой, если у вас больше 3 единиц оружия, нужен большой сейф, и чтобы он был подключен к пультовой охране. Ничего подобного, сейчас такого, ребята, нету. Я участкового спрашиваю, ну,
Я думал, что как бы прокатит так. Не хотелось бы сейчас покупать еще один большой сейф, да? Вот. Я спрашиваю, а сколько сейчас единиц ограничения? Он говорит, а все, ограничения нет, сняли это. Я говорю, как сняли? Говорит, вот сколько у вас в сейф влазит оружие, хоть битком забивайте, столько можете пихать. Я говорю, а сигнализация? Все, сигнализации не надо. Я такой просто счастливый, просто не мог своим ушам поверить. То есть вот такая вот ситуация. То есть все упрощается намного. И будем надеяться, что в скором времени еще проще будет. Спецназка. Еще проще все будет в плане оформления. В общем, смотрите, я забрал бланк договора о страховании гражданской ответственности. Забрал сразу рапорт участкового, причем я его поймал на пороге. Ну, спасибо человеку, он мне сразу как бы распечатал, написал, а то бы я, наверное, бегал еще несколько дней, искал. В этот же день я поехал, вот побрился, правда, плохо, вот сфоткался, кстати, да, фотографии надо. Сфоткался, заехал в центр МВС, забрал свои... Забрал вот эту справочку свою, да, и поехал прямиком в Вишневое в разрешительную. Сегодня четверг, то есть они работают с 2 до 7. И то ли мне везло сегодня так, я как бы участкового поймал, там взял фотографии, заехал, как бы получилось справку о несудимости, забрал довольно быстро. Все так сложилось, на дороге тоже не особо тянучки, потому что я приехал в разрешительную, людей уже немного было. Я документы как бы отдал, но там есть такие немножко угрюмые ребята, в некоторых отделах вот такие ходят угрюмые, такие, как бы у них что-то спрашиваешь, такое ощущение по их лицам складывается, что они тебе одолжение делают, что там, что ты пришел, как бы, что ты, мол, приперся сюда, что ты приперся, что ты от нас хочешь. Ну, тем не менее, человек, который меня оформлял, довольно такой веселый был. В общем, взял мне документы, нашел мое дело личное, где я переоформлял калаш, причем ему сказал, у меня было переоформление, он говорит, так, оформление или продление? Я говорю, да, продление, но это же, по сути дела, переоформление, правильно, то есть, ну, продление, переоформление, неважно. В общем, нашел личное дело, говорит, да, здесь есть медсправка, есть справка о том, что прошел обучение, то есть это еще вот почти 5 лет назад уже я тогда как получил эту справочку о курсах по владению оружием. Так, собственно, она безвременно, она действует все время. Говорит, все нормально, вот напишите заяву, вот вам 4 бумажечки, собственно, которые надо оплатить, там 9, 18, 60 гривен за корочку и 20 гривен 40 копеек за зеленку, скорее всего. Причем, говорит, это должны быть 4 чека, смотрите, не округляйте, все платите, чтобы ровные суммы, то есть в милиции не хотят брать больше денег. То есть удобнее было бы, например, оплатить там 21 гривну, правильно? Но тем не менее, предплатите вот именно сколько есть, ничего там не переплачивайте, собственно. Ну, вот такая была ситуация. Побежал я сразу возле разрешительной, есть банк. Собственно, стал там, ну, набирал, естественно, сам вручную все эти проплаты, которые нужно было сделать. Там минут 10, наверное, потратил. Дедушка-охранник, который стоял, он говорит, давайте с моего телефона там как бы посмотрим. Есть у меня вот эти бланки, чтобы не набирать. Ну, что-то у него там неправильно вылезли эти, короче, из его личного кабинета. В общем, я сам в рукопашную на терминале прямо набрал, ни очереди, ничего не было. Так, у меня немного язык заплетается, я просто мало спал, и вот это уже наездился, набеглась, немного устал, ребята, так что извините, но уже решил это доснять, чтобы как бы было кому-то новости. Опять будет длинно, так что, ну, простите, извините. Собственно, все понабирал, оплатил, зашел, отдал квитанции, отдал документы, написал заяву сразу, что хочу как бы оформлять нарезной ствол. Все приняли, он мне отрезал лишние фотографии, две оставил, говорит, через 30 дней приходите с паспортом забирать зеленку. Собственно, на этом вот все. Я к чему это все рассказываю? То есть одна зрада по поводу, очень хороших людей, да. Я не знаю, чем они руководствуются, что 18 тысяч гривен тянуть за итальянский, скорее всего, силуминовый пистолет, но не верю я, что он стальной. Пока в магазине нет, пока кто-то не пощупал магазин, этим магнитом не прощупал затвор. Ну, вот многие говорят, кто Бруни щупал, итальянский стартовик, говорят, что он все-таки силуминовый. Откуда там сталь взялась, непонятно. Ну, бог им судья. Может, из-за этого, кстати, пистолеты забрали из магазина, изъяли и отвезли. Собственно, как сказали, он еще сырой на доработку. 18 тысяч гривен, извините, это грабеж. Вот, у меня мой Grand Power стоит дешевле. Сами понимаете, что, ну, разница как бы очевидна, да? Ну, небо и земля. Вот, так там стальной затвор, нормальный ствол стальной и так далее и тому подобное, хоть и пластиковая рамка. А здесь непонятно что и такие цены. Ну, просто кто-то хочет зарабатывать, извините, на своих гражданах. Я этого не люблю, поэтому...
Вот еще испытаю патроны СОБР, и мы посмотрим, что они себе представляют. Но насколько мне не изменяет память или изменяет, на двух патронах разных версий были утыкания и печные трубы. Ну, это я еще допроверю и посмотрим. Ну и, собственно, зрада, как я говорю в кавычках, на самом деле это очень классно. Смотрите, я сегодня всего лишь за полдня подал документы на оформление зеленки. Полдня, ребята, это ни о чем. Ну, если учитывать, как получить справку, это при том, что вам не надо туда бежать. Вы по интернету заказали, потом приехали, забрали, сразу поехали, документы сдали. Все. Полдня у меня на это ушло. Так что зрада зрадно. Вот такие сегодня новости. Опять длинно, опять ни о чем. У меня бурчит живот, я взъерошенный, я голодный. Я думал, что буду злой, но я практически счастливый. Осталось подождать. Надеюсь, что зеленку сделают гораздо быстрее. Я смогу побыстрее забрать уже из магазина свою арку и показать ее вам в явном виде. На этом все, ребята. Спасибо за внимание. Сумбурно снимал, сумбурно рассказывал. Извините, но если хотите поддержать мой канал, распространяйте это видео, ставьте пальцы. Подписывайтесь, приглашайте друзей подписываться. На этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всех люблю. Счастливо. Пока. До новых встреч.